Утка подгорает. Компания. Так, чего там? Где ролик, история? Это не то. Надо как-то миссии посмотреть. Так, ну загрузить. С ножом у горла. А, я какую-то миссию уже начал. Ну ладно. Это что, какой-то автосейв? Призрачный шанс. Хер пойми, короче, как тут сохранение делается. Последняя кампания. Сетевая, это не то, короче. Последнее испытание для сохранения. Вот. Мне это ручное надо. С ножом у горла. Кто там? Медиваки? Или что-то другое? Стервятники. Это не то. Это... этот. Где адъютант, короче. И там, по-моему, исследования должны быть то ли протос... По-моему, да, протосовские. Но их два. А надо их 4 или 3. Короче, будет не хватать немножко до полной прокачки. Блин, не, ну если на время миссии, то... Так, парни, я заключил сделку с Мирой Хан. О. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Это что, завод? Кому навешать? И куда идти? Так, сюда, сюда. Здесь. Почему бы и не? Здесь будем заходить, походу. Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для мира должно быть довольно просто. И еще реликвии протосов найти. Потому что мы мусор. Вооружен и опасен! Режим готов! Так, ну что, реактор? Гелион. Тут что-то ничего не охота строить. Так, здесь призыв. Танков будет и... СМ готов! А? Чего пугает? Так, а здесь что? СМ готов! Приказы будут? Еще бы! СМ готов! Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Легко. Да. Доктора вызывали? Ну чё там, сэр? Чего нужно? Давай, удиви меня! Так, ну она быстрее собирает. Что делать-то? Что делать, а? Требуются дополнительные хранилища. Так, зараза. Будет сделано! Тут добывать-то? Это патла добывает. База атакована. Отдавим их интеллектом! Так точно, сэр! Вооружен и опасен!
А? ТСМ готов. Еще и реликвии, а вот смотри, реликвии, ничего себе. Доктора вызывали? Выкладывай. Пути. ТСМ готов. Место. Выполняю. Так, ну понятно, как тут надо собирать. Почему бы и не? Отлично! Окей! Так точно! ТСМ готов! Будет сделано! Разоспешка! Прочь с дороги! Так, тут база у них... Как скажешь! Точняк! Кому навешать? Задавим их интеллектом! Превосходно! Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные хранилища. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. Понятно! Все понятно! Выполняю! Еще бы! Отлично! Йоу! Давай, удиви меня! Выкладывай. Ну да, конечно. Точняк. Приказы будут? Месторождение минералов выработано. Что не так, что она новенького? Пристройка завершена. Давно бы так! ТСМ готов! Так точно, сэр? Превосходно! Точняк! Почему бы и не? Вас понял! Бегома! Месторождение минералов выработано. Еще бы! Дереликвета. ТСМ готов! База атакована. Высылайте подмогу! Давай, удиви меня! Приказы будут! Месторождение минералов выработано. Танк на марше! Погнали, погнали дальше. Понеслась!
отправил тебе подарочек. Зараза. Минералов выработано. О, блядь. Чем порадуешь? Приказы будут? Есть работенка. Доктора вызывали? Так, сейчас пойдем туда. С танками-то по-любому получше будет. Как самочувствие? Зададим им жару! А может и здесь? Доктора вызывали? Главное реликвию не профукать. База атакована. Все понятно. Доктора вызывали? Конечно! Точнее! Превосходно! Зададим им жару! Жду не дождусь! Месторождение минералов выработано. О! Давно мы прочь с дороги! Отлично! Я уже заждался! Понятно! Прикольная миссия такая. Все понятно. Если кликать не боишься. Будет сделано! Точнее! Давай, удиви меня! Так точно! Окей. Приказ получен. Сейчас порадуй. Говори, Крон. База атакована. Кому навешать? Есть свою. Кого подлатать? Инженерный комплекс. Устройство. Что происходит? Комплекс. Ну да, конечно. Прочь с дороги! Так, а тут одни медики остались. А нет, морпехи есть. Так точно! Понятно! Конечно! Так точно, сэр! Будем!
Зараза. Мне надо тут центр ломать тогда. Я уже заждался. Зададим. Доктора вызывали? Уже в пути! Улучшение завершено. Кого подлатать? Вооружу. Доктора вызывали? Отдавим их интеллектом. Быстренько базу вынеси. Отлично! Как скажешь! Выполняю! Бегу, Мор! Еще бы! Превосходно! Давно бы так! Конечно! Так точно! Точняк! Промышленный мусор, а что сделать? Понял! Что за спешка? База атакована! Высылайте подмогу! Будет сделано! Как скажешь! Понятно! Жду не дождусь! Приказ получен! Почему бы и нет? Это... Все понятно. Выполняю. Так точно, сэр! Бегу, Мор! Отлично! Еще бы! Прочь с дороги! Окей! Так, то есть 741. Ага! Вооружен и опасен! Конечно! Так точно! Вас понял! Круто! Превосходно! Что за спешка? Давно бы так! Точняк! Что за спешка? Okay.
окружен и опасен. Высылайте подмогу! Что происходит? Высылайте подмогу! Еще может пригодиться твоя помощь. А теперь давайте отвезем адъютанта на Гиперион и поговорим с ним по душам. Что-то я не курил. А собрал он больше ресурсов, чем... Это 825. Ну, реликвии собрали, это самое главное. Получим минами. Ой, блядь. Какие супер ачивки, блин. Сидеть, задрачиваться. Ну ладно. Позырим, что там прокачалось. Мостик. Бортовое время 13.03. Сэр. Взломанный адъютант помещен в лабораторию и готов к работе. Ну что, старушка, ты ведь с Тарсониса? Ты вела запись, когда напали зерги? У тебя есть какие-нибудь данные о причастности Арктура Менгска? Менгск. Арктур. Бывший офицер Конфедерации. Гражданский геолог-разведчик. Основатель и предводитель террористической организации «Сыны Кархала». Статус «Преступник». Доступ к перехваченной передаче 0081-0086-Альфа. Говорит Дюк. Излучатели установлены и подключены. Кто дал приказ включить пси-излучатели? Я, лейтенант. Что? Сначала конфедераты на Антиге, а теперь ты хочешь натравить зергов на целую планету? Это безумие! Она права. Подумай еще раз. Я все обдумал. Можете не сомневаться. У вас есть приказы. Выполняйте. Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто! Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. С ума сойти. Теперь мы припрем этого мерзавца к стенке. Короче, козел, кидала. Менгск этот. А, с этой побазарили. А, ну, не знаю. Не знаю. Чё там на панели? 24, ну одного очка прям не хватает. Все, какую-то миссию пройти, и будет уже последнее, что-то там потом прочитаю. Ну, круто уже. Этот прокачался, и потом эта фигня прокачается, еще кристалл. Что у нас в компании? Стоит компания. Другой музон. Тоша нет, баклана этого. Джимми. А что у вас за история с Менгском? Вы вроде были корешами. Я думал, Менгск все изменит. Мы сражались бок о бок до самого Тарсониса, пока он окончательно не взорвался и не натравил на планету зергов. Терриган была против его плана, и он бросил ее на Тарсонисе. В общем, оказался сволочью похуже конфедератов. Да, умеешь ты подбирать себе друзей, Джимми. Император,
Многое было сказано и написано о трагедии на Тарсонисе. Например, в документальном фильме Тилосского «Рассвет империи» утверждается, что вы погубили Тарсонис ради свержения режима конфедерации. Я наслышан о подобных теориях. Но фактически произошло следующее. Зерги наводнили планету, и никакие силы не могли остановить их. Это был черный день в нашей истории. Зерги напали именно на ту планету, где находилось правительство Конфедерации, которое вы так долго пытались свергнуть. В фильме говорится о том, что такое стечение обстоятельств слишком удачно, чтобы в него поверить. В тот день погибли миллионы людей. А вы говорите о слишком удачном стечении обстоятельств? Да. Я боролся со старой конфедерацией, но отнюдь не в личных целях. Когда меня попросили взять на себя бремя власти, я сделал это исключительно ради спасения человеческого рода. Итак, император расставил все точки над «и». Далее в программе. Аллергия зерглингов на лимонный сок. Бабушкины сказки или новое супероружие в войне за спасение человечества. Угарный мостик. Кредитов аж 400 тысяч. Это где я столько набрал? Тогда в арсенал. В арсенал. Получи мины. А, это стервятник. Звон что-то сказать хочет. Да? Получи мины. 52. И ОМФ. Получи мины. Является одной из немногих сохранившихся земных технологий. В последнее время от морпехов поступают частые жалобы на сбои в работе сенсоров распознавания свой-чужой, которыми оборудованы мины. В 2499 году кинокомпания ADC-Film выпустила художественную голографическую картину «Мина-паук 4. Смерть из-под земли». Продолжение киноэпопеи о паучьих минах, развивших в себе искусственный интеллект и восставших против людей. Это был последний фильм с серии. Да. Надеюсь, все их оно не взрывает. С ума сойти. Эти чокнутые наемники до сих пор гоняют на стервятниках. Чистой воды самоубийство даже в мирное время. А уж в наших условиях и подавно. Полегче, Свон. Стервятник спасал мою шкуру черт знает сколько раз. Так что не надо поливать грязью классическую модель. Классическую? Тоже мне. Конечно, хорош тот байк, который не взрывается под тобой, если отражатель заклинит или бак с радиоактивным топливом протечет. Но кому какое дело, классика это или нет? Шибко умный ты, Свон. Таких не любят. Да ладно, нормальный чувак, Свон это. Так, головорезы прокачан, мародер. Че тут насчет мародера, не знаю. Как-то надо им поиграть. Ладно, пока база посмотрим. Строение тиранов. Система пожаротушения. А, ну вот это нормальная тема. Помимо мулов там еще можно будет это. Как оно называется? Разведанные области, вроде формально тем. Так, пехота, техника пока подождет. Из техники у меня только танк. Аспект флот. Вот, медивака надо миссию пройти. Доминион. Качать, не качать призрака этого. Говорят, он не нужен. Что бесполезный. Хрен бы его знал. Так, ну допустим, сейчас у нас будет миссия. И там пригодится, наверное, вот это вот восстановление прочности строений. Возможно. Ну и хрен его знает. И мувы вот эти. Что делать?
пока не буду его мучить. Пехоте тоже пока оставлю это все так. И лично вырубить все это. Во флоте медивак должен появиться. Вот его, наверное, надо будет прокачать. Медик пехота, головорез. Урон легко бронированным целям. Бомбы. Дальнобойность. Хотелось бы, конечно, все прокачать. Не знаю, получится, нет. Ладно, пока остановим на этом. Мостик. Так, ну-ка, здесь еще у нас в архиве я хотел посмотреть. Значит, предупреждение Зератула, Нова. Пророчество. Шепот судьбы, страшная правда, отгрузки будущего кромешной тьмы. Побег — это, наверное, миссия, где мы за Тоша. За Тоша. Ну вот, первый раз я когда играл, я за него проходил. А в призрачном шансе, зараза, я вот не выполнил. Вот эти были фантомы там, или кто их надо было поубивать. Как-нибудь можно будет пройти. Хотя, хрен его знает, уж когда совсем делать нечего будет. С ножом у горла это вот сейчас миссия была. Закрыть. И поехали, посмотрим, что тут за планета. И где? Вальгалла. А это что? Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Ну, это нормальная тема. Вот, но... наземный, воздушный, вот это мне нравится. Высокоманевренный истребитель. Идеально подходит для нанесения точечных ударов. Вот то, что он и по земле, и по воздуху, это круто. Прям интересно. Но, наверное, сначала медиваки. Эвакуировать фонд Мебиус. Ладно, погнали. А, командир Рейнар. Слава звездам, мы вас дождались. У вас отличная репутация еще с тех пор, как вы служили шерифом. И я знаю, вы сделаете все, чтобы помочь нам. Давно дело было, доктор. Я смотрю, вам досаждают зерги. Чем мы можем помочь? Мы готовы эвакуироваться, но команды, отправленные уничтожить секретные данные фонда, так и не вернулись. Я хочу, чтобы вы уничтожили хранилище данных, пока королева клинков не добралась до них и не узнала координаты оставшихся артефактов. От этого может зависеть судьба всего сектора. Обнаружено пси-излучение класса 12. Будьте предельно осторожны. Керриган. Док, времени у нас еще меньше, чем предполагалось. Вылетаем. Так, чего там? Медиваки. А потом уж эти миражи. Вот медиваки охота прям прокачать, потому что они перевозят. И удобно так летать будет. И
лечить будут. Так, атакуйте врага с возвышенности. Он не сможет противостоять вам, пока не разведают вашу позицию. Так, самое главное, надеюсь, по времени ограничивать не будет, а то прям не люблю, когда по времени ограничивают. Выкладывай. Так, собираем сюда 5 штук. Анализ поискового алгоритма королевы клинков завершен. Рассчитываю время обнаружения королевой ближайшего хранилища. Все гоняешься за мной, Джимми. Зря прилетел сюда, дурачок. Я тут не задержусь, дорогая. И будь я проклят, если позволю тебе хоть пальцем тронуть эти артефакты. Реактор. Здесь вот что. Я передаю вам командование медеваками. На них вы можете перевозить войска и уходить от нежелательных столкновений с зергами. К трудовым подвигам готово. Давай, удиви меня! Отлично. Медивак. КСМ готов! Высылайте подмогу! Рейдеры! Мы спасены! Кому навешать? Откуда они взялись-то? Ну ладно. Что стряслось? Сюда! Мы на крыше! Достаточно минералов. Пристройка завершена. Так, подождите, свои пристройки. КСМ готов! Выкладывай! За твой счет! Так, в лаборатории что нам даст? Особо ничего у меня там не прокачано. Это фигня. КСМ готов. Недостаточно минералов. Быстренько, быстренько, быстренько. Минералов тут прилично, кстати. Так, она что, идет туда, что ли? 11 минут. Ну, КСМ готов! И минералы пошел. Кому навешать? Так, что идет реактор. Это я пока не буду строить, потом призову этих товарищей. КСМ готов! Что стряслось? Недостаточно минералов. Вот, зараза, да чтоб тебя. КСМ готов. Вот сколько их зергов. Вооружен и опасен. Надо, короче, как-то это... Здесь оборону сделать. Отсюда вроде не пойдут. Вот КСМ готов. Хотя пусть его знают. Так, бункер. Ага. КСМ готов. Зерги Керрига. КСМ готов. Кого подлатать? Так, ну комплекс надо точно строить. КСМ готов.
ИСМ готов! Так, куда ты? Иди-ка сюда. Чего пугаешь? Да, да. Недостаточно минералов. Пускай, пускай строят пока что. ИСМ готов! О. Доктора вызывали? Че это? А, скопировали? Так, что это? Что же хранилище? ИСМ готов! Кому навешать? ИСМ готов! Прочь с дороги! Давай, удиви меня! Приказы будут? Конечно! Чего ты добиваешься, Джим? Я чувствую, ты что-то от меня скрываешь. Ты иди добывай, что ты стал? Скальпения, мулы, общепиточек. Кому навешать? Да, да. Будет сделано. Недостаточно минералов. ИСМ готов. ИСМ готов. Покинутое здание, что это? ИСМ готов. Не, ну ее загасить-то можно по-любому. Кому навешать? Че, ты себя пойдем? Посылайте подмогу! Полный вперед! ИСМ готов. Месторождение минералов выработано. ИСМ готов. А что нам будет-то, хер пойми? Каким-то здание и что? Месторождение минералов выработано. Так, 27. ИСМ готов. Ну стоп тогда. Крепость. Выкладывай. Так, что построить? Комплекс есть, казармы есть. Еще казармы, что ли? Месторождение минералов выработано. Как скажешь. Так, арсенал, завод есть. Центр секретных операций. А, ну это тот самый. Призраки. Будет сделано. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Даже уровень 3 уже улучшается. А! Чего пугаешь? Ага. Как скажешь. За твой счет. И
действуют на особые. Короче, на этих действиях. 4 минуты, время еще есть. Джимми, надо бы поскорее разнести это хранилище. Верховная стерва почти добралась до него. Давай, удиви меня. О, что это за херня? Спокойно. Что стряслось? Ракетная турель. Угу. Вооружен и опасен. Призрак в казарме. Так надо казарму еще построить. За дело. Давай, удиви меня. Я уже заждался. Короче, надо вот так. Понятно. Все понятно. Как сказать? Бегом, марш! Вас понял. Тогда... Кругом враги! Эй, эй, сюда! Приказ получен. Когда тут дойти-то? Где переход? А, ну я понял, так в медиваке надо грузиться как-то. Провожающие, покиньте салон. Не молчи. Сигнал получен. Садись, прокачу. До прибытия 1 минута. Улучшение завершено. Вперед! На выход! Чем порадует? И что теперь? Жду не дождусь! Так точно! Прием! Дважды можно не повторять. Не молчи! Сигнал получен! Ваша остановка! Идем дальше, парни. Ну, конечно. Хранилище данных Мёбиуса. К остальным я тебя не пущу. Ах ты, черт. Ладно, по крайней мере, она не знает, где находятся остальные. Полетели к следующему. Слышимость отличная. Скорую помощь вызывали? Рейдеры Рейнера? Вытащите нас отсюда! Что теперь? Садись, прокачу! Да что тебя, блядь? Не молчи! Бруталиск! Стэтману как раз нужны образцы их тканей. Захватим парню сувенирчик. Повешать! Покинутое здание, а мне куда надо? Бруталиск? Блядь, так еще медиваков этих надо строить. Сэр, уничтожьте этого червя Нидуса, иначе зерги разрушат нашу базу.
Вызывайте подмогу! Пристройка завершена. Космопорт. Ну да, конечно. Есть работенка. Что теперь? Дважды можно не повторять. Так, она идет сюда. Бруталистка-то по-любому надо заметить. Получится, нет? Ваша остановка! Пиздец. Ладно. Месторождение минералов выработано. Кому навешать? 5 медиваков. Викингов потом построить. Месторождение минералов выработано. Так, ну там прилично времени, пока она до туда дойдет, бруталистка надо успеть убить. Этих товарищей. Трудовым подвигом готово. Давай, удиви меня! Говори громче! Я уже заждался! Я воронку делать будем! Точно! Призрак явился. Жду не дождусь. Подтверждаю. Прочь с дороги! Ты никогда не умел признать свое поражение, Джимми. И что теперь? Трудовый ядерная ракета готова. Месторождение минералов выработано. Вооружен и опасен. Выкладывай. Так, призрак с ядерной ракетой. Это надо близко туда подойти. Короче, надо призрака перебросить. Ну, там, наверное, детекция какая-то есть. Так. Здесь мостик есть. Бруталистку-то как пройти? Надо его туда вести. Трудовым подвигом готово. Вот сюда, наверное. Хранилище. Куда летим? Где призрак? Вот. Так точно! Прием! Выдвигаюсь. Не, стоп, ну, наконец-то. Вперед. Слышимость отличная. Месторождение минералов выработано. И что теперь? Приказ поняла. Подтверждаю. Дважды можно не повторять.
жду не дождусь. Садись, прокачу. Куда летим? К трудовым подвигам готова. Уже в пути. Провожающие, покиньте салон. Сигнал получен. Не молчи. Делаю, командир. Улучшение завершено. Кого подлатать? Даешь разбой. Давай, удиви меня. Есть? Что происходит? Так.